И всем доброго времени суток, народ. Как вы знаете, сейчас тема с криптовалютой — это очень актуальная тема, хайповая, и поэтому на ней нужно пробовать зарабатывать. Нашел совершенно новый токен, проект называется FarmFX, ссылка в описании под видео. Вообще у них три токена, но сегодня расскажу вам об одном, о токене FX. Нажимаете Connect, вы можете присоединить через MetaMask, через расширение, либо TrustWallet с телефона, либо другие кошельки очень удобные. Вот присоединяемся, MetaMask переводим в сеть Smart Chain, это сделать надо обязательно, вот подключиться. Вот, столько уже у них TVL, я считаю, это нормально, проект только-только стартанул, развивается. Вот, как видите, фарминг, вы можете проверить этот блок. Нажимаете Exchange, и на панкейке можете приобрести, например, за BNB. Цена токенов вот такая сейчас. Так, вот за BNB можете купить токен FX и уже начать зарабатывать. Вот куча здесь криптовалют есть. Вот, кстати, этот блок, вы можете его проверить. Есть у них телеграм-канал. Вот, как видите, FarmWiki, Halware, FX. И вот здесь можете ознакомиться, люди общаются, все очень круто. Видите, что еще аирдропы проходят, это тоже здорово. Так, на PooCoin можете проверить, это у нас 30-минутный таймфрейм. Вот вы можете посмотреть этот токен. Здесь контракт, транзакции, холдерс, вот токен FX. Вот, можете его добавить себе в TrustWallet, либо MetaMask. Это делается очень просто. Заходим, например, здесь токены, добавляем его. Вот, FX, и все отлично, вот ваш токен. Вот, столько всего будет FX токенов, holders только 139, вот, адреса. Здесь можете трансфер проверить, кто здесь переводит, вот, как видите, переводит народ, покупает. Как видите, здесь проходят различные конкурсы у них, аирдропы, видите, можете выиграть 10 денежки. То есть эти криптовалюты, это очень круто, я считаю. Так, ну, у них также есть вот Twitter. Также они есть на Dabradar, это вы можете ознакомиться. Вот, как видите, FarmWiki. Давайте я вам покажу. Вот их профиль. Вот, все круто. И вот официальная их фармилка. Вот веб-сайт, можете перейти. Вот. Все так делается. Вот, на Dabradar они есть. Это очень здорово, я считаю. Вот, и можете перейти Go to FX. Этот проект, вот, раз, и все, вы здесь. Так, заходим в Farms, здесь также можете зарабатывать, народ. Это присоединять токены, это стейкинг называется, и зарабатывать разные токены. Здесь APR высокий, потому что здесь очень мало народа. Так, давайте еще раз присоединимся. То есть можете с телефона купить токены, либо с компьютера, как вам удобно. Кошельков куча разных. Так. И есть пул, давайте тоже его покажу. Так, вот он пул. И здесь можете давать монетки FX, Halware, Wiki, также Fox, BUSD, Ethereum, стейблкоины, то есть все очень круто. Процентовка тоже приличная сейчас. Так что, народ, ознакомьтесь, это все сделано по типу викингов. Здесь можете ознакомиться, Gitbook, GetRadar и все чарты, точнее. Так что, народ, только проектик, участвуйте в аирдропах, обязательно смотрите на BSK Scan, как развивается проект, и можете заработать на этом. Всегда помните о рисках, подписывайтесь на их телеграм-канал, сделаю пост еще у себя в телеграме, расскажу о результатах. Всем желаю удачи и всем профита.